Еще один анекдот. Маленький анекдот про повестку дня. Меркель Обаме говорит, две новости, хорошая, хорошая. Вы опять пока первым засмеетесь? Нет. Хорошая? Какая хорошая? Крым снова в составе Украины. Какая плохая? Украина вошла в состав России. А он говорит, а как же Майдан? А Майдан у вас скоро будет, готовьте Аляску, они уже выехали. Вот повестка дня России. Вот повестка дня. В маленьком анекдоте. А вы в Европе и в Америке, вы не способны даже юмора, чувства нет. У вас гамбургеры, Макдональдс в горле застрял. Кстати, насчет чувства юмора. Нет, вы меня...